Так, чай, мед. В новой программе? Да, сэр? А? В новой начал? В центру, да? А ты мне что рассказываешь? Да не, ну я рассказываю, знали? Это на восьмиравочном. Да, ложится, конечно. Ну, поможет. Это ручная программа. Вручную выставили, да? Не бойся. Сколько первые оборота? Не, оборотов. Ну, уже пошел. Саша? Жвачка лучше. Да, вот так вот стол стекает. Сначала ножом, да, а потом вилочкой чуть-чуть. Или... Да, вилочкой где впадины. Медогонка работает, да? Можно духовно рассмотреть. Так вот один человек занимается. А один бездельничает. Теперь один человек снимает. Так, остановилась. Сейчас будет сама переворачивать кассеты. Смотрите уже, сколько надо в кармане. И погнали в другую сторону. Печатанная рамка ставится сюда, а потом отсюда медогон. Закончился. Да, понимаете, если бы она заедала не постановится, оно бы связало длиннее с этой зубчатой, понимаете? Оно так и цирует. Пошли в другую сторону. Времени, вот это жесткое крепление. 400. Да его даже надо делать как слабое звено, как его сгинал. Да. Вот. Но и тут огревал. Да. Ограничительно. А если вот так, что у вас под кушеньем? Да, кушеньем. Ну, цепь его надо.
Это дело стало, потому что старые, ну, все рассказал, да, я подумал. Мы стали жестко крепить ребенка с ним. Так, последний цикл, 40 секунд. Ага, медовый пуль. Собирает медовый путь. Не боится. Работать нельзя, видите, как мы с открытой крышкой. Надо сюда ее закрывать. Ушел. Вот за специалиста. По-моему, неплохо. А если что? А? Есть. Рамки не ломай. Рамки не ломаем. Да, причем еще рамки этого года, да? Да, свежие. Жопы, да? Три трещин нет. Целые. Все суты целые, то есть на отстройку идет очень мало времени на возобновление, да? Ну вот так. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока.